Строительство этнопарка Дюкча находится на личном контроле мэра Магадана. Проект разработали в областном центре Колымы. Построят его в устье реки Дюкча в районе зоны отдыха Горняк. На данный момент специалисты планируют приступить к подземным коммуникациям, реализации разбивочного плана и озеленению. Дюкча идет нормально. У нас были проблемы с финансированием, но это так же, как и по парку «Маяк» по первой очереди. Мы отторговались на 212, денег 90, но уже сообщили о том, что денег на 22 год выделяют в полном объеме. Поэтому спасибо правительству Сергею Константиновичу, он сумел поставить этот вопрос. Я думаю, что действительно это будет очень знаковый объект на всем Северо-Востоке. Это парк этнической культуры народов Севера Дюкча. За этот сезон на объекте планируют сделать все инженерные коммуникации, локальные очистные сооружения, проложить электросети, а также заасфальтировать и установить малые архитектурные формы. Общая площадь благоустройства составит около 3 гектаров.